Здравствуйте, дорогие зрители! В сегодняшнем выпуске у меня обзор пшеницы. Покажу, как она растет на 7-е сутки со дня начала подготовки семян. Надеюсь, уже через 3 дня она будет готова к срезу и переработке в сок, то есть на витграсс. Продемонстрирую также свою систему автополива в действии. Отмечу, что корневая сформировалась уже довольно-таки толстая, примерно 2 сантиметра. Этого вполне хватает, чтобы корневая во время полива, как губка, впитала в себя влагу, и потом пшеница спокойно могла ее использовать для своего роста. Особо хочу показать поверхность посева на предмет плесени. Насколько камера может передать, видно, что плесени нет и даже нет никаких ее признаков. Запах на ферме, когда заходишь, тоже приятный, гнилью не пахнет, что свидетельствует о том, что пшеница растет в благоприятных условиях и с ней все в порядке. Надеюсь, до момента среза также не произойдет никаких с ней ЧП. Будет чистая, красивая, без всяких признаков плесени и гнили. Система автополива у меня простая и состоит из таймера, который в заданное время ежесуточно включает и отключает насос. Как настроить таймер у меня на канале? Есть видео, если нужно, могу скинуть его и в телеграм-чат. Затем сам насос дренажный, который находится в 65-литровом корыте и при включении подает воду. Далее вода по трубам поступает к поддонам, где через форсунки разливается под корни пшеницы. Сейчас включу и покажу в работе свою систему автополива. Насос заработал, вода пошла. Форсунки, в них просверлены отверстия для подачи воды. Вот так вода выбегает из форсунок. Примерно через минуту появляется вода возле сливных отверстий. И после этого таймер отключается. Остатки воды стекают в сливные отверстия в поддонах и выводятся на улицу. А на этом у меня пока все. Скоро обязательно покажу что-то новенькое.